Всем привет! Мы начинаем трансляцию из города Сочи и горного курорта «Горький город». В эти дни в Сочи-казиной курорт стартовала крупнейшая в истории СНГ серия «Пати-покер Милин Сочи». На главный турнир с боином $1100 объявлена беспрецедентная гарантия $1 000 000. Весь месяц на пати-покер проходили многочисленные сателлиты и фриролы. И сейчас в Сочи слетаются профессионалы со всего мира. В ближайшие 10 дней нас ожидает по-настоящему олимпийский покер. Очень рад присутствовать на этой серии, потому что организация на высшем уровне. Я приезжаю сюда на турнир уже второй раз. Очень приятно здесь находиться. Много интересных людей, много игроков. Вообще Сочи давно ждал, когда произойдет что-то подобное. Да и вся Россия, наверное, все игроки ждали, пока покер наконец-то начнет оживать. Для меня, к сожалению, как и в прошлый раз, складывается неудачно. То есть ко мне вообще ничего не заходило. Практически, тем не менее, мне удалось удвоиться. Стейк мой 51. То есть, когда мы зайдем в день-два, это 50 ББ. Так что я доволен. Прошлый раз, я помню, при этой же ситуации я был чип-лидером, у меня стейк был 157 тысяч. Ну ничего, это покер нормально. Что касается того, как организован этот турнир, но я уже слышал, что, во-первых, много столов. Это очень радует. Радует то, что сейчас профессиональные хорошие дилеры, которые во время турниров на Кипре, на котором я был раз 5, и приятно было играть с этими дилерами, потому что они профессионалы, знают свое дело. Серия отличная, все нравится, просто много переезжает, но я думаю, справимся. Сегодня первый стартовый день, уже около 200 входов, у нас еще два стартовых дня, так что мы все ожидаем нового рекорда чемпионата России по покеру. Предыдущий чемпион данного турнира, как вы знаете, перечислил 1 000 000 рублей в фонд поддержки детям, что достаточно приятный поступок, и если это будут делать другие игроки, это было бы хорошей привычкой для всех.